we pray for better days. Доброго времени суток, друзья. Выбрались на вечерочку погонять полосатого. Посмотрим, что с этого получится. Любители, рыбаки, подписчикам большой привет. Кто смотрит канал «Любительская рыбалка» с Михалычем, конечно же, ставим колокольчики и подписываемся на канал. Сегодня у нас будет такой обзорчик небольшой ловли полосатого. Хотим погонять его. Приехали на такую вот речушку недалеко от поселка Родина. На велосипеде даже катаются. Приехали мы, как всегда, на нашей ВАЗ-2107. И с кем мы приехали? С Виктором. Фьюжн. Всем доброго дня. Собрались, встретились, и вот хотим показать нашу рыбалку. Кто кого победит сегодня в этой битве. Битва у нас будет на полосатого. Будем рыбачить, скорее всего, чисто на силикон. Да, Виктор? Да, Михаил, согласен с вами. И, ну, у кого какие свои возможности? Отводной. Либо так силикон грузовой, не грузовой, глубоководный, во. Ну и может быть местами вертушечку, железочку. Ну все, ребята, не переключаемся, будет очень жарко. Да, у нас сегодня батл, вот мощный, ребята. Вот такой батл. Это тот человек, который меня научил, если честно, рыбачить на щуку. Вот тот человек, который дал мне понять, что такое спиннинг. Что такое рыбалка? Что такое рыбалка? Все, ребята, погнали. Пришел я на такое вот местечко. Камыш, видать, поломали. Ну, такое местечко приготовили. Буду вот пробовать кидать вот здесь вот. Принес свои инструментные чемоданчики. Конечно же, спиннинг. Спиннинг торнадо. Мне на него очень нравится. Мягкий спиннинг. Хотя есть у меня и намного покруче, но в этой ситуации он здесь выгребает. Зацепиться где-то, подтянуть, отцепиться, классно будет. И вот Виктор буквально вот здесь стал, недалеко от меня. Вот дамбочка. Наша машина, там кто-то стоял еще. И Сергей вон туда на островок пошел. Машины ездят, здесь грейдер такой идет. Там у нас поселок Родина. Хороший поселок. Чистый, аккуратный. Короче, держат его. Ну а мы начнем рыбачить. Хочу поставить поводной. Как вы слышали, хочу я Виктору сегодня надрать задницу. Погнали, ребята. Чемоданчик, заменитель стульчика. Тоже пойдет. Так, все, ребята, продел я лесочку. Сейчас мы ставим отводной. Ну и приступаем порыбачить. Все дела, весы у нас, крючки, все на месте. Здесь у меня крючки, офсетники, карабинчики с крючками. Так, оденем мы сколько?
12, много, наверное, будет. Давайте десятку зацепим. 10 грамм. Блин, можно было бы и поменьше на окуня. Но в прошлый раз я здесь и щучку хорошо брал. Угу. Нашел я на 10. Так, что мы ему сделаем? Разогнем немножко побольше, чтобы груз наш не слетал. То бывает, зацепишь, кидаешь, он пух и улетел. Не буду я отрезать там 30, 40, 50, 60 сантиметров лески. Делаю вот так. Метр отмерил. Метр есть. Даже с запасом. Делаем узелок. Грузик перекидываем 2-3 раза через петлю. Вот таким вот образом. Немножко подзатягиваем. И, конечно же, чуть-чуть подмочить. Все. Отступили сколько надо. Откусываем. Ставим карабинчик с ветлюжком. Быстро-быстро стараемся это делать, пока солнышко светит. Вечерка хорошенькая должна быть. Четыре оборота вполне хватает. Обязательно смачиваем, чтобы леска не горела. И резким движением откусили мы его. Все, сейчас будем искать подходящий силикон. На какой мы бомбили в прошлый раз? Что-то не видно его тут. Так. Ну давайте попробуем поставить. Пока вот такой вот. Это фанатик. Попробуем на него, что получится. Ну их тут, конечно, куча. Будем пробовать. Тестировать, как говорится. Начинать буду съемку с первого заброса. Все, вот такая вот снасть. Поводок. Грузик. Ну, для вас сколько тут? Ну, 1,8 м где-то вот так вот. Все, пока мы коробочку сюда. Это все сюда припаркуем. Чтобы было все ништяк. Берег у нас недалеко. Погнали. Все, пробуем, стартуем. По нас камышом кинул. Ну не прям по нас камышом. Немножко. 5-6 от берега. Первый заброс будем пробовать. Пока тихо. Раз 15-20 буду менять приманочку, как говорится.
хочется пробовать. Сразу удар прям был. Прям сразу ударчик был. Вот и поклевочка, друзья. Ушел. Вот он и прям, блин, паразит, а? Полосатый-то наш. Наш дружок, как он захватил, смотрите, 2-дюймовый силикон. Все, отпускай. Ну, о, молодец. Вот такой силикончик полностью захапал. Вот такой полосатик. Пожелаем ему удачи. Пускай растет, конечно. А мы продолжаем. Сразу удар. Сразу пробил. Только забросил, сразу такие ударчики, тычки, тык-тык. Пробуем дальше. Барма. Очередной красавчик. Мелковатый, правда. Но он хапнул, блин. Какую силиконку. Смотрите. Ха. Почти свой рост наполовину. Пускай нам позовет. Покрупнее. Кидал дайгер фиолетку. Машинное масло фанатик. Зацепил простую салатовую белую наполовину. Вот первый заброс был окунь. Посмотрим дальше, что будет с этой приманки, как она будет. На нее будет как клевать. Была подсечка. Ударчик прошел хорошенький. Вот опять удар. Опять удар. Еще попробуем. Не успел включить камеру. Вот такой озорной окушочек. Опа. Взял на этого паучка.
красавчик. Ну а мы продолжаем рыбалочку. Какой красавчик, прям захапал жестко. Смотрите, вот он, вот силикон. Хм. Красавчик, да? Кема. Отпустим. Все, друзья. Отрыбачились мы. Взял я более-менее окуней, штук 6, наверное, 8. Отпустим их, пускай живут, плодятся. О, сейчас вот одного поймаю. Много отпускал. Красавцы. Пускай живут, правильно же. Ставим лайк, друзья. Подписываемся на канал. И не забываем писать комментарии. Всем до скорых встреч. Доброе утро, уважаемые подписчики, гости моего канала «Любительская рыбалка» с Михалычем. Сегодня у нас воскресенье. Заехал за Виктором. Собираемся поехать закрыть, так сказать, хищный осенний сезон. Сгоняем на зубастую. Выбрали время, вот воскресенье. Сегодня погодка вот такая вот. Грузится, паркуется. Здорово, друга. Здорово, друга. Как дела? Мне? Едем закрывать осенний сезон по зубастой. Ну и смотрите, что у нас с этого всего получится. Будет клев, не будет. А едем мы куда, Виктор? Коркоджин. Я давно этого ждал. Все, ребята, на воде встретимся. Или возле воды, или возле берега. Там видно будет, откуда будет клевать. Все. Пожелайте нам хорошей дороги. Огромной. Да. И пустой. С зеленым светофором. Все. На заправочке. Сейчас подзаправимся бензинчиком. Поедем дальше. Пауза, да, стояла. Что, Виктор, как мы долетели? О, замечательно, Михаил. Машины поехали тоже. Замечательно. Заправили. 12 литров нам влезло до Кургужино. Сколько там? 125, да, до Кургужино? Оба. Да, 127, по-моему. А, о, с нуля. Короче, с Евразии 137 километров. Ну все, музыку включаем. Полетели дальше. Какая красотища, лед стоит. Сейчас мы пойдем посмотрим, какой он толщины. Полностью лед стал. Сантиметр. Больше? Да. Ну не держит еще, да? Хотя бы еще 3 слоя таких, 4 пускай. Видишь, прозрачные. Да, с мизинчик.
полтора сантиметра есть. Отлично. Да, полтора где-то. Тимергали. Брат, к нему в гости приехали. Смотри, утечка стоит, да? Еще вода не эта. Не-не, не держит. Еще пару морозиков и ништяк будет. Ну вот, просто проезжали мимо. Посмотрели, лед какой толщины. Ради интереса. А если было бы немножко потолще, можно было бы здесь окуня половить. Это мы проезжаем большой шалкар. Вот, и прям интересно было. Проезжаем, все блестит вот так. Все, прям дальше. Попробовали, пощупали. Короче, еще если неделька ночью будет минус 5, минус 10, первая ледка пойдет. Добрались мы до Шулака, камни, вот водопадик. Солнце встает уже, рыбаки есть. Но мы приехали не с той стороны, мы с этой стороны заехали. Че, Витька, как настроение у тебя сегодня? Бомба! Я не знал, что мы сюда приедем. Тимергали? Заехали, забрали. Всегда отличное настроение. Блин, свежо так, позитивчик, вообще классно, да? Сзади меня водопадик. Народу здесь уже прилично. Обычно заезжают все с той стороны, но мы сегодня заехали с другой стороны, потому что выходные. Рассвет такой прекрасный. Вот такая вот погодка, позитивчик у нас. С той стороны народу много, встать место там не очень. А с этой стороны две машины только стоит. Мы третьи. Вот такой вот красивый пейзаж. На лодках тоже плавают. Но мы лодку с собой не брали. Мы без лодки. Наш транспорт. Виктор уже зацепил, спиннинг кидает. Вот раз машина, два наша машина, ну и там две машины компания. Четвертые. Идем доставать спиннинги, донки. Будем пробовать рыбачить. Че, Виктор, ты оделся? Да. Тепло одет, тепло обут и полностью рыбанут. Я наконец-то в зимний. Скоро лед будет первый, ребята. Не пропускайте выпуски. Льда не хватает, да? Да. Все, ребята, всем хорошего просмотра. Ну, а мы погнали за удочками. За удочками, за спиннингом. Поплыла, родная. Вези, не трожь. Било, прям дергал он. Подождем пока. Все, пошел. О, Михаил судачка тащит. Сейчас, подожди.
Хороший. Ребятишки, смотрите, какая штука у нас клюнула. Вот это поинтереснее. Как вам такой красавчик? Монстр, монстр, Чичи-гага. Нормально взял? Ух, ё-моё. Видно? Да, хорошо взял. Вот, поймали уже под вечерку своего дока на доночку. И этот, получается, вот прошло наше закрытие такое. Весь день катались, на шулак ездили, на камни. И вот приехали на Нуру, недалеко от Кургажино. Сделали мы свое закрытие, ребята, сделали. Всем спасибо большое за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайк. Вот пробуем, взвешиваем с удочка. Что там он нам покажет? Ну да? Угу. Кило 5. Да, кило 50 килограммчик. Грамм. Кило ровно. Красавчик. Класс. Завершилось наше осеннее закрытие рыбалочки, ё-моё. Покатались хорошо мы по Кургажинскому району. Да, были на шулаке, на камнях. Потом по пути куда мы заехали? На какую-то старицу, я уже забыл. Блин, Вертобанда. Ой, нет. Блин, на М, по-моему. Не маншук, по-другому. Сегодня, короче, где только не бывали, уже название позабывали. Короче, вблизи от Кургажино. Вот Нура, там ребята тоже стоят напротив. Вот такой вот получился у нас такое закрытие сезона. Виктор на позитиве. У него хорошая щучка ушла. Без настроения ходил. Сейчас уже все, у него давление зашкаливает. Хорошая была, да, килограмм 5-7? Короче, говорит, при мне было, как Виктор кинул, только начал тянуть, она сходу как пошла леска. И все, нету. На отводной, да, ты кидал? Да, на отводной. Вот, когда рыбачишь на окуня, вот бывает вот такая вот клюнет, и ничего не сделаешь. Согласен. Судьба, чё? Ну, в следующий раз поймаешь покруче. Обязательно споймаю. Все, ребята, всем пока. Ссылочку Виктора оставлю я, конечно, как всегда, под видео. Заходите в гости к Виктору. Будем рыбачить вместе. Да, еще первый лед впереди. Да, ждем первый лед. Все, ребята, всем пока. Спасибо пока за просмотр. Спасибо. Кто смотрел, всем спасибо. Кто не подписан, обязательно подписываемся. До скорых встреч.